Что за глупое имя, Соу? Нас на корабль веревка спустила на борту ядерное оружие. Вот так кино. Амиги его тут же отправили на дно. Нашли информатора Николая. Он раскрыт, судьба его непростая. Подлетали к ублюдкам с авиаударом. Наши псевдолидеры Западу нас продали. Наши псевдолидеры Западу нас продали. Они нашу культуру, честь и экономику стерли в прах. Это наша земля, моя кровь, на их руках. Мы летим на вертолете, чтобы найти Алисада. Алисад обречен, лови гранату. Мы должны починить этот танк. Мы успеем это сделать еще до утра. Мы собираемся пробиться через засаду, но стараемся не столкнуть от джихада. Спасаем пилота, устроив прорыв, но нас всех накрыл ядерный взрыв. Наши псевдолидеры Западу нас продали. Наши псевдолидеры Западу нас продали. Они нашу культуру, честь и экономику стерли в прах. Это наша земля, моя кровь, на их руках. Мы засели на крыше, чтобы отстрелить Захаеву руку, но он еще дышит. Мы защищаемся хорошо, пока все подлетают на наших минах. Мы должны остановить Захаева, пока он не разнес всех янки к черту. Но когда убегали, потеряли газа. Наши псевдолидеры Западу нас продали. Наши псевдолидеры Западу нас продали. Они нашу культуру, честь и экономику стерли в прах. Это наша земля, моя кровь, на их руках. Дерьмо полезло из всех щелей. Из-за моих безумных идей Третья мировая шагает по планете, когда Люк Макаров за все ответит. Нью-Йорк атакует русская армия, проклятый спецназ. Это как 11 сентября, но только хуже в 10 раз. Бою за биржу, их радар мы подобьем. Летит ракета, все в укрытии, бегом марш. Дерьмо полезло из всех щелей. Из-за чьих-то безумных идей Третья мировая шагает по планете, когда Макаров за все ответит. Даже если останется кучка пепла, мы все равно захватим Европу. Начнем масштабную газовую атаку и наделем ее правительством жопы. Как во Вторую мировую Европу вновь покорена. Мы летим в Германию, чтоб сменила свой курс война. Отобьем Париж, Эйфелеву башню подорвем. Башня падает, все в укрытии, бегом марш. Вас всех сейчас ждет ад. Юрий, уноси отсюда свой зад. Я не дюжу, идите без меня. Нет, стоп. Мы должны уходить. Пошел ты. И вот Соуп сошел с пути. Но Макарову от меня не уйти. Я пожертвую собой на алмазных рудниках, чтобы спасти президента России. Дерьмо полезло из всех щелей. Из-за чьих-то безумных идей. Третья мировая шагает по планете. Сейчас Макаров за все ответит. Убей всех в Black Ops стиле. Вудс, Рауль Менендес не заходил? Давайте-ка я вам расскажу одну историю. Воу, для начала мы перенесемся на 40 лет назад в Анголе. Алекс и Хадсон спасают мой зад. Отправился в Афгану, чтобы узнать, не с русскими ли Рауль ведет дела. Поймал Кравченко, допросил его и грохнул козла. Менендес в Никарагуа скрывался от нас. Мы кокаиновый завод взорвали и обдолбались в говно. Но Менендес разозлился, пошел мочить всех скотину. А я буквально все просрал и замочил его сестру Джозефину. Мы в Панаме идем за Нори. Нарегой! Нарегой! Но нам не нужен он, мы обменяем его. Наш план такой. Давай стреляй! Том Менендес, вот дерьмо, а не другой. Убей всех в Black Ops стиле. В Black Ops стиле. Мои яйца все еще при мне. Секси леди, убей. Убей, убей, убей всех в Black Ops стиле. Эй, секси леди, убей, убей, убей,
Убей всех в Black Ops стиль. Мы ворвались на плавучий остров с названием Колос. Пришлось мочить людей Менендеса? Да фигня вопрос. Я агент под прикрытием. Если он узнает, я труп. Докажи свою доверь. Давай, стреляй, душегоп. И вот Менендес закинул вирус прямо на борт. На бамы борт. Прорвал кордоны, взломал все дроны и напал на нас. На Лос-Анджелес. И если мы не сдюжим, то будет следующий Китай. Стоп! Убей всех в Black Ops стиле. Убей всех в Black Ops стиле. Убей всех в Black Ops стиле. Один базу вызывает по рации. На нас напали и какие-то козлы федерации. Стреляют нашим же оружием скрытно. Нам конец, страна наша беззащитна. Один обезумел, конец Америки моей. Почти как в фильме Эмериха, но только чуть повеселей. Меня и брата Хэша спас наш отец. Он был солдатом, но никогда не видел такой пипец. 10 лет в руинах США, а ведем с Южноамериканской Федерацией войну. Нашли Аякса, но он ушел на покой, а нашу базу в Санта-Монике сравняли с землей. Я не просто ваш папа, я лидер отряда. Когда вы были детьми, я уже мочил кого надо. Давайте-ка устроим здесь маскарад и найдем моего бывшего напарника и взгреем ему зад. Мы вышли на охоту, чтобы Рорка найти, а наш верный пес Райли жрал глотки по пути. Запихнули Рорка в самолет, но он придумал план побега. У Бэйна научился, что ли? Сбегать, словно призрак, сбегать, словно призрак. Мигать, словно призрак, мигать, словно призрак. Красться, как призрак, красться, как призрак. Резать, как призрак, резать, как призрак. Стрелять, словно призрак, стрелять, словно призрак. Взрывать, словно призрак, взрывать, словно призрак. Убивать, словно призрак, убивать, словно призрак. Тебе на все плевать, коль холоднокровный ты призрак. Подобрались под Атлантическим океаном и потопили авианосец. Нельзя допустить Рорка, нельзя разрешить Рорку пустить ракеты и добраться до своего оружия, но для начала мы остановимся в Вегасе. Я сумасшедший ублюдок, местью одержимый, и долгое время считал Элиаса другом своим, но за то, что он бросил подыхать меня, я прострелю ему грудь. У вас на глазах. Пошли, нам надо уходить, твой отец мертв, убираемся отсюда. Заткнись, Мэрик, ты что не видишь? Райли ранен. Держись, дружище, я тебя вытащу. Драться как призрак, драться как призрак. Бегать как призрак, бегать как призрак. Атаковать словно призрак, атаковать словно призрак. Резать все как призрак, резать как все как призрак. Запускать словно призрак, запускать словно призрак. Гнаться как призрак, гнаться как призрак. Летать словно призрак, летать словно призрак. Мстить за смерть отца как грёбаный мать его призрак.